Сегодня мы приготовим с вами соте из грибов и куриной грудки, из помидор, болгарского перца и приправы. Вам понадобится один помидор болгарский красный, два таких стручковых, луковица и одна головка чеснока. Одна вот такая вот грудка и грибы, шампиньоны. Я их предварительно замочила в соленой воде. Сейчас промою и мелко нарежу. Грудку я люблю резать вот такими длинными полосочками. А гриб бочки крупными кусочками. Вот смотрите, какое у вас должно быть соотношение. Ну, почти одинаковое. Может 200-300 грамм грибов. От этого вкус не изменится. Все по желанию. Также вам понадобится соль, перец черный, красный. Больше добавлять ничего не буду. Естественно, растительное масло или оливковое масло. И все, что вы захотите по вашему вкусу. Я начинаю готовить всегда с лука, потому что я люблю, чтобы лук чуть-чуть прожарился. А если я добавлю его после того, как потушу грудку, то он какой-то будет отварной. Поэтому мы добавляем масло, даем ему прогреться. Как только лук начал краснеть, добавляем нашу грудку и помешиваем. Вот сейчас можно здесь огонь прибавить. Добавляем чеснок. Вот я добавила чеснок. Такой аромат пошел. Сейчас добавляем болгарский. Добавляем шампиньоны. Перемешали и на среднем огне даем им потушиться до полуготовности. Накрываем крышечкой и ждем. Через несколько минут наши грибы пустили жидкость. И сейчас оно должно все это выкипеть, испариться. И только потом мы добавляем с вами помидоры. Можно и томатную пасту добавить. Все на ваш вкус. Жидкость почти вся испарилась. И мы добавим помидор. И посмотрим, если мне не понравился цвет, я могу добавить еще томатную пасту. Все-таки решила чайную ложку пасты томатной добавить. Красота у нас получается, когда мы добавили томатную пасту. И сейчас мы все добавляем пряности. Мне кажется, что наше соте готово. Наш обед готов. Посмотрите, какой красивый он. Ставьте лайки, пишите комментарии. Приятного аппетита вам. Очень вкусно, очень. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.